Добро пожаловать на сервис SpeedBonus. Это универсальный сервис по автоматическому сбору бонусов со всего интернета. Здесь можно очень хорошо заработать, но для начала расскажу, откуда и кто и за что нам будет платить деньги. Нам будут платить деньги бонусные сайты, то есть на которых ежедневно раздаются бонусы, то есть от одной, допустим, копейки до 100 рублей, или же от нескольких центов до нескольких долларов. Примеры сайтов можете посмотреть здесь. А на этом сервисе собрано более 100 тысяч таких сайтов, то есть которые просто упрощают вам работу. Так, переходим ниже, переходим к самому автосборщику. Для начала нажимаем тестировать сервера. Сейчас проходит запуск, проверяется сервером доступность, потому что бывают иногда сайты какие-то не работают, какие-то работают, или какие-то не работали вчера, но работают сегодня. Как запустить? Инструкция также здесь есть. Все очень просто. Буквально несколько кликов мыши. Так, наше устройство подходит, готово. Нажмем запустить. Все, пошел запуск. Соответственно, пошел сбор бонусов. Рубли, доллары, евро. Обычно собирается от 2000 до 3000 рублей. Доллары, евро также. Бывают разные суммы. Опять же, все зависит только от серверов, с которых идет сбор. Так. Сейчас подождем, когда закончит. Нет, евро, доллара. Все, сбор прошел. Теперь можно вывести деньги. Также здесь в личном кабинете жмем вывести деньги. Так. Обычно я ввожу на карту Visa, MasterCard, не люблю лишних переводов с Kiwi, с WebMoney на карту. Но вы можете вывести либо на Kiwi кошелек, либо на WebMoney, рублевый только предлагается, либо на карту Visa. Так, вы на карту Visa. Вводим сумму в рублях. 2670 хочу вывести. Сразу все всегда вывожу, нет смысла держать их на личном кошельке. Так, 23. 18.77. Подтверждаем наш вывод. Все, я в очередь поставлю на вывод. Прям готово. Все, средства выведены на карту, теперь они дойдут мне где-то в течение часа. Если вас интересует такой же вид заработка, раз в сутки зайти, нажать на парочку кнопок и вывести деньги, а затем тратить их так, как захотите вы, тогда предлагаю перейти на сервис SpeedBonus.